Кубок 2021 года объявляю открытым! Ура! Анапа пятый год подряд принимает всероссийские турниры по плаванию в холодной воде. Именно здесь моржи со всей страны предпочитают заканчивать зимний сезон и открывать летний. Федерация зимнего плавания России облюбовала этот дивный край для того, чтобы спортсмены могли и поплавать, получить удовольствие, посоревноваться, и в море поплавать. И вчера у нас был акватлон, это тоже уникальное соревнование. Бег по пересеченной местности, по трейловый, по горам, по хребту. 10 километров бежали и 500 метров в штормовом море, это может не каждый. Плыли и по волнам, и против волны. Обладатели Черноморского кубка определятся в бассейне. В первый день турнира температура воздуха была плюс 15 градусов, воды чуть поменьше. Идеальные условия для любителей плавания в холодной воде. Я счастлива, что вырвалась в этот райский уголок. Довольна всем, особенно этим шикарным бассейном. Самое главное, вот дружба, заплывость, это знакомство, много узнаешь, интерес еще больше даже. В турнире принимают участие представители 13 регионов страны, в том числе и параспортсмены, люди с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, ограничения это не про них. Наоборот, закаливание расширяет возможности человека. Потому что я забыл, что такое болеть. У меня даже карточки нету по месту проживания. А где вы живете? Город Северодвинск, Архангельская область, Белое море. Здесь, кажется, уже тепло. Нормально, нормально. Радует, конечно, погодка. А так, у нас тоже там не холодно. -2 сегодня было утром. Заплывы моржей, по сути, открыли в Анапе купальный сезон. Сезон курортный в городе уже начался. А для спортивных состязаний условия здесь есть всегда. Вообще считаю, что Анапа действительно территория уникальная, потому что здесь мы, во-первых, можем проводить соревнования на открытом воздухе и практически круглый год. И сегодня мы это видим. Сегодня замечательное соревнование. Люди собрались со всей страны. Турнир по плаванию в холодной воде продолжится завтра, а следующей весной моржи снова вернутся в Анапу, провожать зиму и встречать лето. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.